Киев лишил аккредитации вузы Донбасса и Крыма. Соответствующее решение было принято Министерством образования и науки Украины. Пресс-служба Министерства образования и науки Украины сообщает, что подведомственная ему аккредитационная комиссия отозвала лицензии высших учебных заведений, которые расположены на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Крыма, который по результатам референдума в марте 2014 года вошел в состав Российской Федерации. Отметим, что на территории Донецкой и Луганской народных республик уже действуют собственные, независимые от Украины, Министерства образования, руководящие образовательным процессом. В свою очередь, высшие учебные заведения Крыма подчиняются Министерству образования Российской Федерации. Таким образом, киевские власти сделали очередной шаг к признанию независимости ДНР и ЛНР, а также легитимности вхождения Крыма в состав России.